новенький iPhone 13 Pro, и это, как всегда, акт ритуального самоубийства. Гидроудар от них IP68 не защищает, но мы попробуем. Так, даже вода не хочет помогать нам мучить iPhone. Как раз вот пошла. Пошла, родимая. Нет, он пока не предупреждает, что у нас все плохо. Он просто реагирует. Все, помыли новенький iPhone 13 Pro. Я не думаю, что он умрет. Если умрет, я вам обязательно об этом сообщу. Он даже, кстати, не сообщает, что в него попала вода. Примерно так мы мучаем флагманы.